Привет. Немного тут убираюсь. Хотела рассказать по поводу кислородного очистителя, вот этого, который я покупала в пакетиках. Вот помыла я вчера, помыла я кроссовки, им сохнут. Ну, чистые, белые. Постирала кухонное полотенце тоже. Но оно у меня и не было таким, знаете, в пятнах не было такое. Просто, знаете, такое запыленное уже было. Я думаю, его просвежу. Вот, вот такое оно получилось белое. Ну, как... Здорово его там расхваливают в интернете девчонки. Я особой разницы не увидела, если сравнивать с обычной белизной. Обычной белизной точно так же все отстирывается, только на порядок дешевле. Не знаю, может я неправильно. Тоже заливала горячей водой, тоже там шипело оно, стояло, этот кислородный очиститель. Можно и им, конечно, но за неимением... денег хлорка, белизна обычная не хуже справляется, чем этот отбеливатель. Если бы не было его, я бы, конечно, бы не страдала. Так я попробовала. Ну, в принципе, можно. Я вчера им и кастрюльки мыла, и крышки мыла. Ну, как показывают, что прямо там оно само откисает, отходит. Такого не было. Вода была горячая. Минимум там полчаса оно у меня, вот эти крышечки, кисли-кисли. Но пока не потрешь, пока не почухаешь, вот это все само не слетает.
не сползает. Я не скажу, что у меня там все было супер такое засаленное, но пока я губочкой жесткой поверхностью не прошлась, пока вот это все оставалось на месте. Пока ручками не потрешь, ничего по мановению палочки волшебной не отходит. Даже так и постирать нужно, потереть, и помыть, чтобы отмыть, надо потереть. В принципе, мое вот это средство, которое я когда-то делала, горчица, сода, аммиак и мыло, не хуже справлялось бы, если бы это все нагреть и прокипятить вот эти крышечки, вот эти ободочки все помыть. Точно так же все было, ну, намного дешевле. Ну, это дело каждого выбирать. Кому нравится, кому не нравится. Ну, я не очень в восторге. Я взяла хорошо маленькую пачечку, попробовала. Ну, дальше не знаю, буду ли я брать. Посмотрим. Так, я кручу в руках, полотенечко купила. Называется универсальное полотенце. Вот такие они. Они по размеру хорошие, не маленькие. Мягкое и комфортное, хорошо впитывается, многофункциональное. Но я взяла это для кухни. Они такие мягенькие, хорошенькие. Посуду там положить, чтобы она высохла. Руки вытереть. Но мне вот эти звездочки как-то не нравятся. Налепили их, не знаю зачем. Я бы их отодрала. Они, видимо, на клею приклеены. Как-то они сюда... Ни к селу, ни к городу. Ну, просто обычное полотенечко было. К чему вот эта звездовина, я не понимаю. Что она за красоту тут привносит, я не знаю. Тут разных размеров они были. По два штуки идут в комплекте. Я ими еще не пользовалась. Они по два штучки идут вместе. Вот на каждом вот это вот... Звездюлина приклеена. Размеры, ну, наверное, сколько? 40 на 70, наверное. Могу сейчас померяю. 35 на 75 размерами. Так что, я не знаю, буду пользоваться, посмотрю, как они будут в ходу, как они будут впитывать, как они будут в действии. Для разнообразия куплю себе полотенец. Для поднятия духа. Может, это кому-то еще презентую. Может, сама буду пользоваться. Ну, 4 штучки получилось. 2 комплекта. Я еще купила второе покрывалко. Вот я сюда покупала большое. Такое 2,20 на 2,40. Что оно подошло бы на большой диван. Я его отрезала. Этот кусочек был на вот этом кресле. Но в итоге получается, что с кресла, с подлокотников с кресла спадывали. Оно было узковатое. Я что сделала? Сегодня купила второе. Покрывала, но чуть меньше размеров, 1,80 м на 2. Я застелила его сюда. То, что было здесь, на кресло пошло. А тот кусочек, что с кресла, я хочу пошить запасные наволочки на диванные подушки. Ну, пошить так и не нашла. Сейчас схожу, может быть, возле нас там есть киоск, где девочка приходит и... Там мелкие, знаете, там мелкий ремонт делает одежды. Может, она пошьет, спрошу. Я когда-то у нее шторы вот эти заказывала, она мне подшивала, ленту вот эту шила. А там на Барабашова бегала. Вроде бы и есть там магазинчик, в котором женщина должна там сидеть и шить. Но я ее на месте так и не застала. 3 раза подходила. И не застала на месте, крутилась, вертелась. Там и номера телефонов были, я и набирала. Трубку никто не берет. Я плюнула и уехала. Не стала уже ждать.
Ну, ну ладно, не хочет человек заработать, значит, не надо. Ну, сейчас сбегаю тут возле дома, если она с 11 часов работает. Если она на месте, то попрошу, чтобы она мне сшила. Я сама бы сшила, у меня просто нет швейной машинки. Я бы сама запросто застрочила вот эти, тут ничего сложного нет, пошить вот такую вот подушечку. Ну, нет у меня тут машинки, так что... Да, если есть, и куда ее ставят? Тут места катастрофически не хватает. Так, ну это беру на кухню звездюлину. На кухне у меня тут полный безлад. Я вчера тут мыла, кастрюли мыла, вот тоже тем средством. Финики не убрала. Короче, у меня тут как-то эти выходные полный бардачелло. Я никак не соберусь в кучку, чтобы это все сделать. Вот тем средством же мыла чайник. Ну, блестит. Ну, ничего. Ну, он у меня не был прям такой очень засаленный. Кастрюльки. Отмыл. Есть даже вот тут такие были залипшие такие ручки. Ну, отмылась она. Ну, можно было и отмыть обычными другими средствами, то, что подешевле, ну блестит. Ну, в этой кастрюле я обычно воду грею, знаете, когда там что-то надо покупаться, если воды горячей нет. Взяла еще вот такую вот штукенцию, это давно собиралась ее купить, но как-то она не попадалась на глаза. Сегодня попалась, думаю, возьму, иначе опять забуду. Мыть в батареях. У меня чугунные батареи, между батареями вот эти пролеты надо помыть, иначе там рукой не залезешь, а пыль там скапливается. Или можно просто в сухом виде пыль оттуда сметать вот этой щеткой. Раньше мы такими щетками мыли молочные бутылки, помните? Из-под кефира такие бутылки были, из-под молока стеклянные мы такими щеточками мыли. А это, думаю, она такой длинной ручкой, думаю, пойдет как раз в батареях помыть. И скребок. Я вчера там скребла. Купила еще скребок такой металлический. Потому что у меня уже тут все его ободрало. Ободрало вместе с ногтями. Ну, чистишь, трешь. А тут еще надо как-то разобраться. Не знаю, как разобраться. Короче, надо навести порядки, потому что все там уже наставлено, захламлено. Как-то надо собраться с духом, это все сделать. А духа-то нету. Ладно, схожу сейчас я, наверное, в киоск. Может быть, работает та женщина сегодня, может, не работает. Я как-то без внимания. Чё ты кричишь? Да. Сходила. Дурно в киоск. Она сегодня выходная, эта женщина. А работает с понедельника, с 2 часов до 6 вечера. Понедельник, вторник, среда. Четверг, пятница, суббота. С 10 утра. Короче, график свободный. Соломон, он пришел со мной. Солома! Солома! Как жизнь молодая, Солома моя. Теперь Умка на улице, а этот пришел. Поменялись местами, да? Морда лица. Отъелся. Смотри, какой ты. Да, здоровый такой мужик стал. Мужик. Большой, толстый, но зиму отъедаются. Да, мой золотой. Так что вот такие дела. Ну, пойдем, значит, в понедельник, во вторник. Отдадим, может, нам что-то и пошьют. Ладно, всем пока. Увидимся.